Шалом, православные! Где-то там солнце светит, будет контрить. Короче, мужик, если ты не подписчик моего канала, а своими руками ремонтирующий автомобиль, либо интересующийся данной тематикой, мой канал немножко не для тебя. Но и изредка проскакивают такие видосики, которые могут тебе понадобиться. Вот. Ну, если тебе вдруг интересно, кто я, что я там, иди на главную страницу, читай, смотри презентационный видос. Ну вот, я, короче, бизнесмен из столицы, который, блядь, решил жить бомжом на Атлантическом побережье. Вот, и сейчас я, история о чем? Пацаны, извиняйте, вот, это чисто вот для нуждающихся, потому что вот я такой был нуждающийся позавчера, когда я открываю свою умную книжку, сейчас покажу скриншотик, у меня есть умная книжка, смотрю там описание про гайки, болты, нахожу из всего перечисленного, из трех версий, там, только одну. Думаю, что за нахуй? А сливные какие-то, которых вообще там нигде в природе у меня и близко нету, начинаю гуглить интернет, ну вот, либо начинаю там мне выдавать про какие-то новые дукатики, да, либо какой-то, блядь, долбоеб, который показывает мне воронку. Вот типа я вот вам показал, да, типа, вот смотрите, как нужно заливать масло в коробку, да? Что, понятно, да? Нихуя непонятно, вот такой видос. Я решил просто, если кто-то столкнется с такой же коробкой, это я сейчас уже заливаю масло, я вам хочу показать два места. А я в предыдущем, позавчерашнем видосе об этом показывал, подозрительные два болта, которые, в общем, оказались тем, чем оказались. А, смотрите, я сейчас еще раз залезу, и у меня там уже процесс заливки идет. Вот на самом деле, ребят, вот эта вот гайка, которую я уже назад закрутил, оказалась сливной, все как полагается, сейчас ее покажу, еще фоточку прикреплю. Вот она. Да где ж ты, мать твою? Так, немножко подними мне яркость. Вот так. О, вот она. Вот мы прям смотрим в середине на эту гайку, да? А там 8-миллиметровый. Я помню, как у меня там контрила камерка. Подним, понижаю немножечко. Не так сильно. Короче, там... Видно что-нибудь? Так, хуёво, но видно. Не суть. Короче, там 8-миллиметровый... четырехгранник. А я взял такой Г-образный шестигранник. Набор у китайцев купил. Потому что у нас инструмент стоит дорого. Я там за 3,5 евро или за 4 купил набор у китайцев. Там до десятки. Взял десятку, отрезал кусок. Сейчас прикреплю фоточку. Отрезал кусок. Не помню, на какой-то на своем станочке. Или... У меня там станочек есть, тоже покажу сейчас. Ну вот, или там болгарка, не помню. Аккуратно обработал его, да, чтобы получился у меня четырехгранник и задняя хвостовая часть, которую можно в головку засунуть, можно под накидной ключ, как угодно. Вот, и успешно его открутил. Вот, вторая гайка, там сейчас у меня заливка идет, она сверху, это типа контрольная. Вот по ее уровень, по верх этой гайки, ну, по нижнюю, короче, понятно, да, по нижнюю часть. Короче, льем, пока не начнет выливаться наружу. Вот лишнее вылилось, вот это уровень. Вообще 2,7 литра в моем моторе, 2,8, турбодизель, 90 кВт, 122 лошадиные силы, 230 кузов, ну, модель и какой-то 2000 год. А вот, и по мануалу, по техдоку, я, кстати, ссылку прикреплю, может, кому-то понадобится. Там все расписано, там расходы, объемы, хуемы и так далее. Вот, написано 2,7 литра. Я слил, взял все, перемерил ровненько, у меня получилось 2,4, ну, 2,400. Ну, вот я буду лить до 2,400, а сначала так по-смелому, а дальше буду уже контролить, и когда уже польется, я, оп, этим самым, как его, зажимом перекрою шланжик, ну, вот, вот лью оттуда, вот на дырка заливная. Так, яркости нам, пожалуйста. Видим, да? Вот на полуось. И вон там такая, короче. А вот тут уже болт. Вот тут уже, пацаны, болт. Знаете, какой? А тут уже болт. Там тоже есть четырехгранник, тоже восьмерочка. Но и есть наружный захват. На 21. Это я вообще головой. Ну, вот так он тоненький, зараза, да, такой прям, да, не сильно выступает. Я голову, там такие шлицы есть. Не знаю, типа как направляющие. Я их лишний спилил.
чтобы сразу, оп, одел, сразу плотненько все село. На 21 ключик, то есть четырехгранником не стал даже рисковать, потому что все-таки он небольшой. Так, четырехгранник. А, слушайте, что я буду геморроиться, эти самые скриншотики, херотики делать? Я сейчас все прямо и покажу. Куда я его положил? Ага. А, взял я... Взял я... Зараза, пацаны, подарите S10+, кто-нибудь бушный. Взял вот такой вот набор, да, видим, да, не хочу доставать. И сделал я вот такое, уйди, чтобы фокус у меня нормальный был. Сделал вот такую я эту самую, четырехграночку из десяточки. Вот, вот такой вот, 8 миллиметров у него сторона. И все, короче, можно это самое, как угодно его одевать. И сейчас покажу вам в умную книжку, в которой я что-то это, не все, что мне надо было умное, нашел. Короче, вот такая толстая книга, я когда-то в Беларуси отжалел. У столицы Беларуси на рынке Жданович отжалел целых рублей 25, наверное, американских. Открываем страницу 105. Диагностика и замена. О! Так, проверка уровня масла. Смотрим. Смотрите, короче, на один вариант, одна коробка вот такая. Вот типа вот здесь вот есть такой этот контрольный, да? Нету ни хера. Другой вариант, типа контрольный вот с этой стороны. Но реально оказалось, что это самое, что это не контрольный, это вообще, блядь, сливной. А вот эти, которые здесь указаны как сливные, это третья версия, да? Их вообще у меня нету. А вот. Короче, вот в этой умной книжке написано объемы на разные моторы, сколько чего надо. Вот на мой, наш мой мотор 2,8 литра, на коробку нужно 2,7 литра масла. Так, меня там видно? Да, меня там видно. Вот. Я, короче, еще прикреплю эту самую ссылочку на один сайт, там вообще до хера тех материалов. А вот, можно будет посмотреть. Вчера эти самые для FPV, короче, пришли приемники, передатчики. Вчера проверял. Сегодня хочу проверить на антеннах, на клеверах, на какую дальность будет сигнал передавать. И жду только подвес. И дождусь подвес, и тогда хотя бы вот у меня пока на 10 минут батарейки хватает. Если все заработает, все будет нормально, будем отжалевать, короче, блять, всего нужно много. Что-то я, короче, вернулся вообще в прошлое, блять, в свою жизнь в столице, когда, блять, все нужно, на все нужно бабки. Нужно это, вообще ебанулся. Надо что-то с этим делом завязывать, короче. Камеру надо, батарейку надо, нахуя? Не, ну понятно, нахуя. Вот чтобы этот видос, блять, нормально выглядел, а не так вот там, тут пересвет, то тут, блять, затемнение, что-то жопа какая-то, вот для этого надо. Но какая-то странная хуйня, мне не нравится. Спустя несколько лет опять у меня 25 началось. Какие-то неадекватные затраты. Вот, ладно, ребята, все, короче. Пойду я доливать, короче, маселка, закручивать пробку. Подписчик один приехал, он где-то в другом конце города стоит. Все, собирать передок, и мне нужно еще камерки поменять. Короче, дело дохуя. Ну, нужно с этим пока закончить, чтобы можно было поддон поставить. Все, покеда. Адьес, ребятки. Целую, блядь, в десну.